Россия адекватно ответит на поставку новых американских авиабомб B-61-12 на вооружение в Европе. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Ульянов. В военной сфере, как правило, всякое действие рождает противодействие. Уверен, что российская реакция на поставку новых американских авиабомб на вооружение будет адекватной, а ее параметры будут определяться с тщательным учетом всех обстоятельств, отметил Ульянов. Осенью СМИ сообщили о том, что США готовятся разместить ядерные бомбы новой модификации B-61-12 на немецкой военной базе Бюхель. Минобороны Германии отказалась комментировать эту информацию, а представитель Пентагона в интервью агентству «Спутник» заявил, что США не считают, что нарушают какие-либо договоры по ядерному оружию. Так, одним из ответных шагов, о которых говорил Ульянов, можно считать то, что воздушно-космические силы России в ближайшее время получат на вооружение авиабомбы нового поколения, оснащенные неконтактными взрывателями. По словам генерального директора концерна «Техмаш» Сергея Русакова, испытания взрывателя, который разработал входящий в концерн новосибирский НИИ электронных приборов, прошли успешно. Сейчас институт готовится к запуску изделия в серийное производство, думая, что уже в ближайшее время авиабомбы нового поколения поступят на вооружение российской армии, сказал Русаков. Пресс-службе «Техмаша» подчеркнули, что новая бомба значительно превосходит боеприпасы с контактными взрывателями, которые находятся на вооружении российской авиации в данный момент.